При помощи фотографии Саша Бауэр исследует все от проблем экологии до истории собственной семьи. Ее особый взгляд на мир высоко оценило жюри престижного международного фотоконкурса. Саша считает секрет успеха прост. Главное, чтобы то, что попадает в объектив, искренне тебя интересовало. Мой метод – идти от личного к общественному. Потому что мы не отдельные люди, всегда есть те, кто проживают что-то похожее. И целью моих проектов является попытка разобраться в этом вопросе вместе. Но за основу я беру свой личный опыт, потому что я не могу снимать истории, которые меня лично никак не трогают. История деда Саши после депортации поволжских немцев, попавшего в детдом и навсегда утратившего связь со своими корнями, тронула многих. Документалисты теперь хотят снимать об этом фильм, а сама фотограф работает над книгой, посвященной проекту. Чтобы осуществить его, девушка даже съездила в село Щербатовку, чтобы своими глазами увидеть места, которые пришлось однажды покинуть ее семье. Видение – это, скажем, такая тоже мышца, которую надо тренировать. Я знаю мало фотографов, которые там фотографы от Бога сразу. Главный инструмент для развития видения – это насмотренность. Смотреть, что делали другие фотографы, другие художники. Изучать искусство, изучать то, что было сделано до. В общем, это огромный-огромный труд. Труд петербурженки оценила Всемирная организация фотографии. Ежегодно на ее конкурс свои работы представляют 300 тысяч фотографов со всего мира. Фотопроект Саши Бауэр претендует на победу в номинации «Креатив». Сможет ли история поволжских немцев, рассказанная через историю Сашиного деда, заинтересовать весь мир? Узнаем уже в середине апреля.